страшные скидки. Всем привет! Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, самое время его создать. А появляется оно, как известно, в хлопотах и подготовке к самой волшебной ночи в году. Порадовать себя можно новыми елочными игрушками. Многие из них сейчас уже можно купить по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Почти на любой новогодней елке можно увидеть шары, фигурки, звезду или наконечник. Шары обычно составляют основу убранства елки. Они могут быть однотонными и цветными. Для елки можно подобрать шары одного цвета или двух сочетаемых, например, красного и золотого. В дополнение к шарам обычно развешивают фигурки. Заключительный штрих украшения елки – наконечник или звезда. Звезду можно выбрать в тон игрушкам или естественного цвета – золотую или серебряную. Звезда может быть и светодиодной. Если звезду закреплять на елке вам не хочется, можно выбрать аккуратный наконечник и выдрузить его на макушку деревца. На сайте Wildberries набор елочных игрушек ручной работы сейчас продается за 840 рублей. Сюжет на елочных шарах – это птички у кормушки и снеговик в лесу. Новогодняя игрушка будет прекрасно смотреться как на натуральной, так и на искусственной елке. Игрушка не бьющаяся, безопасна для детей. Основа шара – экологически чистый материал – полипропилен. Техника, в которой сделан шар – декупаж. Игрушка покрыта несколькими слоями лака, объемной структурной пастой, декорирована мерцающими блестками. Сюжет нанесен с двух сторон. Елочный шар упакован в подарочную красочную ретро-коробку, вложенную в картонную транспортную упаковку. Производитель указывает, что блестки могут незначительно опадать. Диаметр шара 8 см, размер подарочной коробки, высота 12 см, ширина 20, глубина 9 см. На сайте koloменко.ru украшение «Рождественский шутка» с елочкой размером 6 см продается за 280 рублей. Маленький трогательный мишка одет в забавную вязаную шапочку красного цвета. У него коричневая шуба, шарфик вокруг шеи, милая мордочка с черным носом и новогодняя елочка в лапах. Материал полистоун. Тип крепления – подвеска. На сайте «Форма» опт елочный шар с надписью «Merry Christmas» сейчас продается за 400 рублей. Шар выполнен в серо-бело-красных тонах. Рисунок домики украшен красной лентой для подвеса. На сайте Leroy Merlin набор елочных шаров стоит 690 рублей. Елочные шары – традиционное украшение для новогоднего и рождественского дерева, помогающее ему стать основой праздничного интерьера или изящным дополнением к уже заданному оформлению. В наборе 40 штук, размер шаров 6 см, цвета синий и серебристый. Внешнее исполнение игрушек подчеркивает волшебную атмосферу зимних праздников, создает приподнятое настроение. На сайте Озон набор елочных игрушек сейчас можно купить со скидкой за 734 рубля. Их прежняя цена – 1169 рублей. Игрушки выполнены в виде имбирных пряников, цвет бежевый, материал стекло, количество 6 штук. Сколько вешать игрушек на елку, зависит от того, как плотно они будут висеть, но в среднем на метровую елку нужно примерно 20 шаров, на полутораметровую – 30, на двухметровую – 40-45 шаров. Примерно 2 шара на 10 сантиметров. Если елка большая и пышная, игрушки стоит покупать ей под стать, крупные. Небольшие шары потеряются на такой елке, зато подойдут на маленькую елочку. Игрушки из керамики – это красивые объемные украшения, они довольно тяжелые, могут легко разбиться. При падении на них могут образовываться сколы и трещины. Игрушки из стекла – изящные и тонкие украшения. Они могут быть разных размеров, цветов, с оригинальными рисунками. Главный их минус в том, что они очень хрупкие. Если в доме кошка или маленький ребенок, покупайте пластиковые игрушки. Они легкие, красочные, недорогие, не разобьются при падении елки. То же касается игрушек из дерева. Как правило, из этого материала делают фигурки. Это могут быть деревянные коньки, олени, лошадки, сани, персонажи сказок, например, щелкунчик. Из текстиля часто делают небольшие варежки, носочки, цветы. Ими тоже можно украсить елку. За текстилем легко ухаживать. Если на игрушках нет дополнительных элементов, их можно стирать перед тем, как повесить на елку. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.